Аквагрим, катание на лошадях, смешные клоуны, угощения и подарки. Центр «Время надежды» в минувшую субботу отметил День защиты детей. Площадка перед ОДЦ «Октябрь» на Сковином поселке вмиг превратилась в маленькую страну детей и родителей, которым так необходимо почувствовать, что они вместе. Центр «Время надежды» существует уже 4 года. Он объединяет более 200 семей, имеющих детей с инвалидностью. Нам очень важно быть вместе. Многие не всегда могут выйти из дома, но я всегда об этом говорю. Поэтому здесь сегодня мы собрались. Хорошо, что хорошая погода. Подобрали соответствующую программу. У нас много помощников, нас это радует. Вот, поэтому думаю, что всем все понравится. Максимально хотели сделать наших детей веселыми, счастливыми, чтобы родители смогли отвлечься, чтобы родители увидели, что эти дети нужны не только им одним, а что вот мы – большое сообщество, которое можем организовать, и вместе мы – сила. Мише Владимирову так понравилось крутить обручи, что эмоции просто переполняли. Я думаю, короче, они праздники. Короче, его планета Земля. Сегодня замечательный солнечный день, который нас всех объединил на этом сказочном празднике. Очень много гостей из Москвы и много всяких организаций, которые решили принять участие в поддержке этого мероприятия и подарить радость нашим детям. Спасибо большое Ирине Громовой, которая все это организовала. Без нее это чудо просто было бы невозможно. День защиты детей, безусловно, это детский праздник. А мы стараемся сделать все, чтобы в первую очередь детишкам все понравилось и запомнилось. Как минимум хотя бы до следующего года, до следующего праздника. Но и также я считаю, что надо поздравлять и нас, взрослых, родителей. Потому что, на мой взгляд, это тоже наш праздник. Семья на сегодня самое главное, и мы стараемся сделать все, чтобы эти ценности они сохранялись, развивались, продолжались. После игровой программы всех пригласили в зал на праздничный концерт. Гимн Центра «Время надежды» в исполнении мам особенных детей звучал особенно проникновенно. Глава района Михаил Токарев подарил Центру «Время надежды» ноутбук. Также районная администрация помогла приобрести оборудование для занятий пескотерапией. В завершении праздника, посвященного Дню защиты детей, каждый особенный ребенок получил подарок. Ирина Белякова, Евгений Шевченко. Программа «События».